А вот здесь ходит, что? Вот не пока всегда думал. Я думаю, что до этого не дойдет. И, как Павел Анатольевич сказал, на Олимпийском собрании многие из вас были свидетели, что спортсмены высказали четко свою позицию. Эта позиция была разделена и поддержана Олимпийским комитетом. Такое решение, оно необоснованное, оно очень... Для нас очень сильно огорчительное, неприятное, поэтому ждем от МОК разъяснений о причинах непопадания в их предложенный как бы предварительный список тех спортсменов, которые, еще раз, лидерами являются не только российского, а вообще мирового спорта, и участвуют в соревнованиях на протяжении вот и этого года, и сейчас продолжают участвовать.